Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя-легенды. Так, забираем ежедневные награды. 32 монеты. Так, интересно, а мне хватит, чтобы приобрести в магазине ДНК или нет? Давай-ка посмотрим. 82 монеты, отлично. Так, а теперь давай думать, кого мы будем с тобой дальше копить. Может быть, Донателло? Точнее, Микеланджело? Донателло, вот. Слушай, я даже не знаю. Или Микеланджело? Давай, наверное, все-таки вот этого. Была, не была. 62 ДНК из 100. Потом мы с тобой как-нибудь со временем пройдем смятение из другого измерения. Еще, думаю, найдем. В общем, он быстренько у нас должен прокачаться. Ну что же, здесь забираем награду. И пойдем дальше прокачивать нашего Шархана. Тигриный коготь. Так, что у него? Значит, нам нужно с тобой 11 автомобильных номеров. Давай попробуем вытянуть. Ага, один есть. 11, да, нужно? Слушай, это много, на самом-то деле. 11 номеров за один раз вытащить. Так, 2. 3. Так, тут мутаген. Опять мутаген. Может быть, здесь попробовать? Ага, 4. 5. 6. Слушай, неплохо идем. 7. А нам нужно 11, да? 8. 9. Давай еще 2. 2, 2, 2, 2. 10. И последний. Есть контакт, друзья мои. Но это пока мы номера с тобой нашли. А нам еще нужно найти 10 катушек. Это уже, наверное, мы с тобой в следующий раз будем искать. В следующий раз, в следующей серии. И проапаем ему один из перков. Так, открыть колоду и поднять уровень персонажа нам осталось. Колоду мы открываем здесь. Так, посмотрим, что здесь нам выпадет. Кто это у нас там? Саблезуб. Понятно. И поднять уровень персонажа. Мутагенов у нас с тобой мало. Всего лишь 11 тысяч, поэтому... Поднять можно, ну-ка, хватит нам здесь у Тимати. Блин, чуть-чуть не хватает, а можно было бы до 69 уровня его прокачать. Так, ладно, здесь заберу тогда награду. Пойдем, наверное, с тобой на турнирку сходим. Сегодня, кстати, ребята, будем проходить в испытании девичью силу. Но все прекрасно знают, что мы ее проходим на изи. Так что будем там бомбить. Так, в Лиге Мастеров ранг 12, все-таки они меня сбросили, как ты видишь. И мы с тобой начинаем... С Оргила. Ну да, он по уровню слабый. А кубков у него прилично. Поэтому именно его мы и будем бомбить. Так, подстрахуемся, наверное, через Усаги. Кстати, у нас с тобой еще 26 откатов. Может быть, даже приблизимся с тобой к топчику. Может быть. Так, давай, Усаги, поехали. Начинает зажигать. Опачки, красота. Нет, 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 не надо тут бубнить. Интересно, всех ли его сейчас положит или нет? Всех. Значит, по идее, мы с тобой должны перейти сейчас в Лигу Сёгунов. Точнее, в Лигу Мастеров 2 звезды. Я прав или нет? Ну, проверим. Плани. Блин, чуть-чуть буквально не хватило, друзья мои. Ну, ладно, ладно, ничего с этим не поделаешь. Будем стараться дальше. Так. Лулиан. Может быть, Юлиан хотелось там написать? Не знаю. Тихо, тихо, куда это вы разогнались-то? Торопыги. Раз, два. Блин, Роквелл этот. Я просто знаю, что Роквелл, тоже у него приличная инициатива. И он может сделать удар. Если он сделает свой массовый удар, нам тут сладко не будет. Это уж точно тебе говорю. Так, Усаги погнал. Хопа. Слушай, ну в принципе отлично. Муха сейчас в любом случае погибнет. А эти, если кто выживет от постепенного урона. Вот как сейчас в данный момент Рафаэль. Он просто от постепенки, ребята, скукожился. Ну а мы с тобой двигаемся дальше. И уже сейчас мы точно перейдем в мастера 2 звезды. Вот какой только ранг у нас будет. 89-й. 89-й ранг, это конечно хорошо. Здесь я выбираю Риту. Смотри, кубки одинаковые, да, вот у всех. Ну, уровень-то, посмотри. 70-й, 71-й, 74-й.
Но это лучше, чем вот здесь, вот 79 и 78, согласись. Там больше шансов сфейлиться, здесь все-таки можно еще как-то продержаться маленько. Майки. Вот сиди и думай, что он будет в первую очередь делать. Он может сделать усиление атаки команде, а может сделать и массовую атаку. То есть бросить сюрикены по всем. И вот это вот напрягает. Сейчас посмотрим. Так, во-первых, мы ходим у Саги, чтобы повесить постепенно урон. Окей. А этот без постепенки, да? Но он, в принципе, ребята, он готов. Микеланджело упадет. Все упали, замечательно. Нам здесь повезло, грубо говоря. Двигаемся с тобой дальше. Я думаю, где-нибудь 78-й. Какой 78-й? 75-й, может быть, даже 72-й ранг. 77-й, ну что-то, ребята, вообще не в тему. Очень медленно продвигаемся тогда, получается. И почему-то не дают 17-24. В чем проблема, а? Ну, давай попробуем вытащить. Че, не хотят? Ай-яй-яй, не хотят, зажали. Зажали. Ладно, я возьму тогда вот этого вот, ноунейма. Опять же, я думаю, ты понимаешь, для чего, почему. Потому что у него уровни слабые. Возьму сюда Паукуса и вот этих двух. Тут два Леонардо, один фильм. Да? Кстати, я вот не знаю, у Лео фильм есть что-нибудь такое мощное, за что можно было бы его прокачивать? У него какая ульта, ты не помнишь? Вот, я тоже забыл. Что-то наподобие как у Лео, да? Какая-то массовая или нет? Вот хоть убей, не помню. Надо будет потом просмотреть. Так, ладно, двигаемся дальше. Кстати, вот тут уже предложения пошли, да? Когда я... эта неделя у нас закончится, у нас же будет много платиновых осколков, чтобы прокачать одного персонажа в платиновый ранг. И такие предложения были на Хана. Вот я сижу и думаю, стоит ли его действительно прокачивать? Хана, может быть... А, там еще было предложение Криса Брэдфорда. Нет, Крис, конечно, хороший, я ничего не говорю. Но, ребята, ну... нету, что у Хана, что у Криса нет массовых атак. У них есть бафы, дебафы, но атак нет массовых. Вот это вот меня немножко расстраивает. Мне хочется, чтобы вот... как тебе сказать? Например, та же самая Змея Карай, да? У нее есть крик. То есть это... массовая атака. Даже тот же Ванька Стиранка, у него есть граната, есть гранатомет и есть пулемет. То есть довольно неплохие атаки, но... Ваня, Ваня, даже не знаю. Хотелось бы массовика плюс провокатора. Понимаешь, да, о чем я? Но таких, по-моему, у нас персонажей нету, кто бы был провокатором и имел массовую атаку. И жаль, кстати, и жаль. Ну, это была бы имба на самом деле тогда. Ты представляешь, он стоит в заперти, никому не подпускает, да? И при этом еще делает массовые атаки. Ха. Так, опять здесь Микеланджело. Надо быть очень аккуратным, чтобы он не успел здесь сделать ход. Он 70 уровня. Посмотрим, насколько у него хватит инициативы. Если успеет сходить после Усаги, то ему повезло. Если нет, то... извини. Нет, он не успел. Ну что же, Лео тогда всех, наверное, да? Да, всех нагибает, и мы с тобой продвигаемся дальше. То есть, вот, только я играю, что вот этими двумя персонажами. Остальные просто проходят на автомате, да? Но при этом получая кубки. Слушай, ну, скорее всего, мы с тобой заберемся в Лигу Мастеров 3 звезды. Это максимум, что мы можем сегодня, наверное, себе позволить. Кстати, уже пошли. Вот, видишь, 17-24 и сразу же уровень. Бойцов, посмотри, 78-79, не менее. Понимаешь? Так что напряженка здесь, ребят, напряженка. Ладно, давай попробуем как-нибудь отбиться. Может быть, нам теперь надо будет брать три более-менее сильных бойцов, да? И двоих слабеньких. Может быть, таким вот образом у нас все-таки получится с тобой здесь пройти. Но 79 уровень, это уже, ребят, предел. Тут еще и кролик, тут еще и Донателло. Оу, Роквелл. А Роквелл получает пониженный урон. Ну-ка. Хотя... что? Фу ты, елки-палки. Я уже подумал, что этот враг хочет сходить. Нет, ребят, здесь опять нам повезло. Кто-то говорит, что морозильная кошка, конечно. А по мне она напоминает, знаешь, какую-то петрушку, которую надевает на руку в спектаклях и показывает. Какой-то неестественно, это кошка.
Так, ну что, давай дальше тогда смотреть. Netflix тут у нас Дави и Орел. Ну, я думаю, что возьмем Орела. 79-й, тут Пит. Ну, Пит мы все прекрасно знаем, он слабачок. То есть по хпшкам он не вытянет. Возьмем еще. Слушай, очень много полтинников у меня. Я вот смотрю, очень много. Так, подожди, давай-ка лучше возьмем массовую атаку. 50-х уровней просто дофигища. Надо их уже потихоньку, наверное, как-то прокачивать. И в то же время надо прокачивать имбу. Вот хочу Усаги прокачать до соточки. А многие говорят: Рэй, прокачай слабых персонажей, в дальнейшем пригодится. И я прекрасно знаю, и рад бы это сделать. Но опять же, вопрос в мутагене, ребят. Его здесь просто так не найти и не получить в нужных количествах. Там нужно, извини меня, за 25 тысяч минимум мутагена, чтобы действительно хорошо прокачаться. Ниже, как говорится, уже не котируется. Так, ну что, 16 ранг у нас. Я так понимаю, 2 боя и все. И мы с вами будем в куражах. Кого нам тут взять? Ну, в принципе, покупкам, если они все одинаковые. Почему не дают мне 17-24? В чем проблема-то? Вот. Тут сразу вопрос отпадает. И берем мы с тобой Даника. Давай, Даник. Змейка Вью. Ну, а возьму сюда Сплинтера. И к этой куче прибавим с тобой ролевого Микеланджело. Так, погнали. Ну, тут у нас 3 массовика-затейника, да? Даже 4. Ну, Микеланджело можно не считать, потому что он все равно ни по кому не попадет. Хе, промажет. Опачки. Так, секунду. Бакстер Стокман меня сейчас что-то напрягает, если честно. Воу-воу-воу-воу, тихо. Блин, 70-го уровня, а этот 78-го. Рискую. Есть. Блин, это повезло, что Змейка Вьюн подбил. А так бы Бакстер мог бы выпустить свою волну и одного так точно пришибить, и это было бы Микеланджело. Ну да, как я тебе и говорил, нужно 2 боя. Так, мы уже с тобой на 4-й позиции в данный момент. На 2 боя-то мы с тобой как-нибудь наскребем. Здесь у нас опять 23 кубка дают. Почему не дают 24, я не могу понять. Вроде бы уже так высоко поднялся, да? И все равно, друзья мои, не дают. Так, давай еще разок. Вот, это у нас Ренато. Ренато, аригато. Давай вот так вот сделаем с тобой. Но тут уже можно отыгрывать, как говорится, имбу нашу. Так как слабеньких брать нет смысла. Потому что уже, в принципе, конец нашей арене. Ну что, бросаем бомбочку. Окей, так, теперь Усаги. У Зека практически моментально набирается шкала хода, ты заметил? Чуть ли не начал играть, у него уже все, она полная. Хопа, нормуль. Так, ну что, мы переходим с тобой в лигу мастеров 3 звезды. И, наверное, где-то еще боя 2, наверное, мы с тобой сможем сыграть. Ну, займем где-то, может быть, 80-ю позицию. Да нет, 70-ю, наверное, где-то так. Ну что же, здесь выберем с тобой Джулия или Юлия. В общем, вот этого героя, да? Раз, два, три. В принципе, нормуль. За этих я уже не переживаю, потому что уронить их очень тяжело. Даже Криса. Да тут всех, кого не тронь. Они 79 уровня, ну практически как и мы, да? 80-го. Единственная имба тут, конечно, у меня это Лео. Как ни крути, Лео пока еще никто не переплюнул, потому что он 100 уровня. Вот и хочу Усаги прокачать до соточки, но это очень-очень будет долго, друзья мои. 93 уровень в данный момент он имеет. Сейчас мы с тобой, если накопим здесь мутагена, хотим проапать кого? Тимати, да? Хотелось бы его до круглого, как говорится, прокачать до круглого уровня. Ну, я не знаю, получится или нет. Так, 77-я позиция. И теперь у нас заключительный, последний бой на сегодня на арене. Кого взять-то тут? Наверное, будем брать Рената. Возьмем Рената. Раз, два, три, все. И пойдем с тобой уже на испытание. Ну, в принципе, тут кто? Ну, смотри, тут 2 Майки. Это уже не смешно. Они оба по инициативе-то хороши. Опа.
Карайка, Карайка, вот, вот смотри все-таки. Смотри, и Майки, ё-моё, он делает этот хил. Здорово придумал парень, здорово. Ну ты глянь, что творят, а. Вот так, друзья мои. У Микеланджело все-таки инициатива покруче будет, чем у моего Леонардо и у Саги. Даже Карайка переплюнула, понимаешь? Ай, да. Точнее, у Саги сделал первым ход, да? Потом стали делать ходы Карайка и Микеланджело. То есть Леонардо проигрывает, получается, по инициативе. Будем это знать. Ну что же, все, мы с тобой закончили с ареной и пойдем на испытание на девичью силу. Какое место мы сейчас с тобой займем? 68-е, наверное? 63-е, ну, неплохо. У нас еще впереди, сколько там, пятница, суббота, воскресенье, 3 дня, ребят, за 3 дня я в топчик уж по-любому залезу, это как пить дать. Так, что у нас тут? Все по-старому, да, ничего не обновилось. Кстати, по жетонам, погоди-ка. Что у нас по жетонам? 595. Не хватает. Тут минималка 610. Ладно, потерпим, подождем. Ну а теперь идем на испытание. Девичья сила. И я надеюсь, мы пройдем полностью. У-у-у, друзья мои. Мне дали самых сильных персонажей. Конечно, пройдем полностью, причем. Начинаем с Карайки. Поехали. Так, можно, знаешь, что сделать? Можно сделать немножко похитрее. Так, предположим, да? Так, и вот так. Даже уберем всех, возьмем этих персонажей. Потому что вот эти вот самые простенькие. Да, и на них, как говорится, можно поиграть и слабенькими. Так, девчонки, как говорится, в бой. А ну-ка, массовый крик. Бумс, просто ложатся. Так, и последняя волна. Кто у нас тут? Да, вот у морозильной кошки как раз и нет массовых атак. Это плохо. А, кстати, у Эйприл тоже нету. Вот это мне нравится. Офигенно бомбит. Вот этот электрический разряд я бы, конечно, у Эйприл Кунаичи с удовольствием бы прокачал бы. Так, ну что же, пошли с тобой дальше. Двигаемся, и у нас эпизод второй. Здесь будем драться за ДНК на Эйприл. Но все прекрасно знают, что Эйприл у меня прокачана. Так что это не обязательно. Тут опять же три волны. И опять буквально каждому надо сделать по одному удару. Массовому, естественно, ребята. И все. У Крайки хорошо вот эта вот первая атака, да, хвостом. Но почему-то мне кажется, что она какая-то слабая, заниженная. Не знаю, почему такое впечатление, ребят, сложилось у меня. Давай, добивай. Ты дичь. Электричество. Откуда у нее электричество, только не могу понять. Она как этот, прям как шокер, да? Бомбит всех. Ну что же, погнали с тобой далее. Так, я думаю, что третий эпизод мы тоже с тобой пройдем спокойно этими девчонками, да? 30 уровень, да, пройдем. И даже, скорее всего, 4 тоже пробежимся. А уже на 5 придется что-то менять. Как только начнем немножечко сдавать, пасовать здесь, сразу будем переключаться. Ну-ка, крик, грибы эти навозные тут, а? Упали. И последняя волна. А может быть, нам просто сделать ускорение здесь? Опачки. Так, она что делает? Она, ребята, делает ускорение, да? Морозильная кошка. И делает уклонение. Вот еще что, немаловажно. Уклонение, правда, рандомно, опять же. Но все равно это прикольно. Может быть, действительно есть смысл прокачать. Она как, получается, хиллер и баффер. Да, что-то в этом есть. Ну что, ребята, тут 40-й уровень противника. Так, а здесь у нас будет босс, да? Кукловод. Ну-ка. Чпок. Но Карайка сильна. Ну, правильно, ребята, она у меня какого? 70 уровня, да? 70-го. Змея Край тоже не слаба, но вот здесь вот уже не справилась. Так, ладно, давай добивать их. Во, шокер. Тырич. И падают. Так, переходим на... А, тут 4 волны, ё-моё. А я все массовые атаки потратил, да? Ой, я какой молодец. Твою же налево. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой попробуем
шинигами бомбануть. О, постепенный урон. Так, а если... Вот, отлично. Так, а сюда... Нет, вот, блин, наверное, сюда все-таки. Смертельный поцелуй. Так, понизили атаку. Добить сможет? Нет. Скорость понизили. Так, теперь телепатия. Так, еще и запретили использовать навыки. Слушай, что такое? Я не могу понять. Неужели мы такие слабые, что не можем сразу подбить? Ну, вот Корейка молодец. Так, это что у нас тут? Такое, типа, знаешь, как отравление сработало, но не повесили на нас, да, его? Так, и остается у нас Аллапекс. Да, не можем справиться. С 45 уровнем не можем справиться, обалдеть. Все, так, и переходим с тобой к кукловоду. Вот он стоит довольный такой. Да, друзья мои, а в мультсериале как раз этот кукловод есть, оказывается. Это не выдумка, это действительно такой чувачок там присутствует. Так, будем с тобой вот так делать. Веером. Да неужели, а? Успевает, да, сделать? Удар. Хорошо, добьешь его? Вторую атаку. Да, отлично, друзья мои. Босс повержен. И это неплохо. Вот теперь, я думаю, может быть, нам действительно с тобой переключиться, потому что, ну, уже мы не тянем. Ну, ты понял, да? Не справляются мои девчули с врагами, и нам, наверное, стоит убрать их с коллектива с нашего и взять нашу супер-пупер-имбу команду. Кстати, вот вместо Мэйки можно было бы взять, например, Рокзара. Нет, даже Армагона. Я думаю, ты понимаешь, почему, да? У Микеланджело нет массовых атак, а мне желательно уничтожать их толпами. И Армагон здесь как раз очень хорошо даже подходит. Так, ну здесь можно их прорубить всех. Они даже вякнуть не успеют, потому что это 50 уровень. Так, тут опять 4 волны. Вот здесь можно сделать... Хотел сказать массовую атаку, но ее у меня пока нету. Ну вот маузеров выпустить. Хотя бы одну потратить. Двигаемся дальше. Так, здесь грибы. Давай уничтожать их поодиночке. Так. Добили. А можно было бы, конечно, и ракеты выпустить, да, нашим армагонам. Я думаю, они тоже бы упали здесь без проблем. И последняя, 4-я волна. Но здесь все вообще элементарно будет. Я думаю, даже Усаги всех, наверное, положат. А если не положат, мы добьем. Нет, он положил. Ну что ж, друзья мои, двигаемся с вами дальше. Сколько там еще эпизодов у нас осталось? Когда начнется Шинигами, это, грубо говоря, пойдет отсчет тех самых карт. А, вот, вот, уже лисицу мы с тобой получили. Значит, Шинигами 2 эпизода всего осталось. Всего лишь 2, ребята. 65 уровень. Это для нас, ну, просто мелочь. Хоть и 5 волн. Так, давай этих разберем. Все равно им по одному удару надо всего лишь нанести. Окей, укусишь? Да ладно, а, во. За счет двойной атаки только смог. А первой атаки ему не хватило. Ну что? Этих, наверное, тоже будем с тобой бомбить. Не будем тут ничего тратить. Да блин, ну что за дела такие, а? Не можем пробить. Ну, отлично, хотя бы здесь справился. Переходим на третью волну. У нас массовых атак много, стрелозады. Давай выпустим волну. Блин, выжили. Ты прикинь, они умудрились выжить. Ладно, добьем. У них до чего слабая инициатива. Они даже не могут, ребята, сделать свой ход. Ага, шайка-лейка. Ну что, давай массовую атаку. И, я так понимаю, будет босс еще здесь, да? На 5-й волне. Но тут уже можно просто добивать. Постепенный урон по ним плачет. Все. Ну да, опять кукловод. Ну ладно, давай с ним разберемся по-быренькому. Ну все, 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 хватит глазеть на нас. Все равно ты уже, грубо говоря, подбита. Давай вот так вот сделаем. Два укуса, или каких там два? Там серия укусов. Воу, ты прикинь? Серия укусов, друзья мои. Просто почти все ХП сняли, босяре.
Да, у Армагона это, этот укус очень сильный. Третий перк, я заметил. Так что надо взять на вооружение. Ну что, друзья мои, шинигами мы получили и идем на последний эпизод, где у нас будет Эйприл Кунаичи. Ну, Эйприл у нас, вроде бы, как я помню, тоже прокачана полностью. Не переведена только в платиновый ранг. Да? Тут 70 уровень противников. Ну, немножко, конечно, будет напряженно, совсем капельку, но ничего страшного в этом нету. Особого урона вряд ли они будут наносить. Ну, если только именно по Бакстеру стопну, потому что он имеет 80 уровень. Так, тихо, тихо, видишь, и они сразу все на него переключились. Так, тут опять 5 волн у нас. Ну, можно уже, наверное, и массовые атаки применять. Поехали. Сейчас, надеюсь, повесит постепенно урон на всех. Да? Оу, не то, что повесил, он всех бомбанул, кроме последнего. Так, и у нас с тобой третья волна. Здесь училки, блин, вот с ними надо, ребята, быстрее расправляться. Иначе, если они начнут бомбить свои массовые атаки, будет очень больно и неприятно. Так. Да, раньше они мне очень много проблем приносили, очень много. Обязательно кого-нибудь дороняли. Но не в этот раз. Давай ракеты выпустим, может быть, понизим атаки. Оу, практически всем, кроме Алапекс. Алапекс миновал, да? А мы сделаем с тобой еще хитрее. Мы с тобой сделаем баф с возможностью контратаки. И только на Усаги, да? Ладно. Оу, а они почему-то именно его бомбят. Че, давай сделаем массовую атаку. Всех положим, надеюсь. Ага, и вот последний, ребята, босс. Я думаю, что он здесь вряд ли что-то сделает. Хотя у нас Микеланджело нет с уклонением. Давай попробуем его по-быстренькому как-нибудь нахлобучить. Так, смертельная волна. Блин, постепенно урон не повесили. Так, ну-ка. Раз. Два. Да, ребята, он наш. Этот парень будет нашей жертвой. Есть контакт. И босс тут на самом деле, ребята, легкий. Так же, как и само испытание. Ну, для меня, по крайней мере. Потому что здесь противник не больше 80 уровня. Поэтому разобрали и все. И получили Эйприл Кунаичи. В принципе, эти два задания у нас выполнены. Конечно, жалко, что здесь у нас вот нет возможности взять Лео и взять Лео Космос. Но тут осталось меньше суток, да? Ну, практически сутки, и мы с тобой пойдем на Шреддера. И будем пытаться пройти как можно дальше. Опять же, все зависит от того, какие мне дадут персонажи и каких карты. Ну что, мы хотели с тобой Тимати, по-моему, поднять, верно? Ну-ка, где он у нас там? Вот он. Да, подняли уровень. Даже еще могу. Пускай будет 70-м, да? Отлично. И забираем свои награды. Так, тут у нас пицца, но пицца мне не нужна. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!